Намасте! Всем привет! Сегодня мы проведем с вами очень короткую, но очень хорошую, действенную практику утреннего пробуждения. Иногда всего достаточно сделать несколько кругов Сурья Намаскар для того, чтобы проснуться. Иногда у нас нет времени на полноценную практику, но будьте уверены, что даже 15 минут хорошей, качественной практики зарядит вас на целый день. Хорошо? Давайте сейчас сначала сядем удобно и комфортно, с ровной спиной, со скрещенными ногами. Опускаем плечи вниз, макушку головы вытяните вверх. Ладони оставьте на коленях, спокойно лежать. Сделайте вдох через нос. Выдыхайте через рот со звуком ха. Молодцы, еще глубокий вдох. Вытянулись макушкой головы вверх. На выдохе расслабляемся. И еще один раз, глубокий вдох и выдох. Хорошо, молодцы, глубокий вдох, потянулись руками вверх, вытягиваем руки вверх, замок в руках, как будто вы только что проснулись, приятно, потянитесь вверх, вдох. Выдох, наклон в правую сторону, мягко вытягиваем правый бок. Молодцы, вдох, потянулись вверх, выдох в левую сторону, тоже очень мягко. Отлично, вдох, потянитесь вверх. На выдохе мягко скручивайтесь в правую сторону, правое плечо заводим назад. Раскручиваемся очень мягко. Вдох, поднимаем руки вверх. Выдох, очень полезно, прям потянуться хорошенько с утра. Молодцы. И вдох, поднимаем руки вверх. Руки берем в замок, замок укладываем на затылок и опускаем подбородок. Немножко потяните голову вправо и влево, раскачивая заднюю часть вашей шеи. Со вдохом поднимайте подбородок вверх, локти выводите в стороны и назад, голову вверх. Молодцы! И выдох, руки опустите, мягко круговыми движениями расслабляйте область шеи. В одну сторону. Очень плавно и медленно, особенно сзади, будьте внимательны. Хорошо. И в другую сторону. Угу. Еще один круг можно. Молодцы, отлично. Вытянули ноги вперед. Немножко круговыми движениями расслабляем голеностопы. И в другую сторону. Пробудите пальцы своих ног. Пошевелите всеми пальцами ног. Хорошо. Сожмите пальцы ног в кулаки и откройте. Еще раз сожмите в кулаки и откройте. И еще один раз. Это очень хорошо пробуждает. Отлично, скрестите ваши ноги и потихоньку поднимайтесь вверх. Возможно, останетесь с прямыми ногами или пока переминайтесь с ноги на ногу. Просто чувствуйте руки, опускайте вниз. Хорошо. Отлично. Оставьте правую ногу прямой, правую ладонь опустите на коврик, левое колено оставьте согнутым и поднимайте вверх левую руку. Скрутитесь мягко и сожмите правую руку в кулак, большой палец внутри, и круговыми движениями мы разминаем запястье в другую сторону. Очень хорошо опускаем левую ладонь на коврик, выпрямляем левую ногу, сгибаем правую, поднимаем правую руку наверх, слегка скручиваемся, берем правую руку в кулак и раскручиваем кулачок. Молодцы, в другую сторону. Хорошо, опускаем руку вниз. Снова перекатываемся с ноги на ногу, словно нажимаем на педали. И потихоньку, сгибая оба колена, живот опустите на свои бедра. Потихоньку раскручиваетесь позвонок за позвонком. Поднимайтесь вперед, расправляйте плечи, вытяните макушку головы вверх. Опустите руки вниз, выдохните, расслабьтесь. Почувствуйте пальцы ног на коврике. Мы сделаем с вами несколько кругов Сурья Намаскар. Мне кажется, лучше Сурья Намаскар все-таки ничего не придумано. Поэтому давайте со вдохом потянулись руками вверх, голову вверх. На выдохе опускаемся вниз, опускаем ладони на коврике, голову опустите. Посмотрите со вдоха вперед. Возможно, пока оставьте ноги слегка подсогнутыми. Отшагните назад,
планка и, возможно, опускаясь на колени, мягко опуститесь полностью на живот. Поднимайтесь со вдохом, мягко и медленно, невысоко. Выдох, опуститесь вниз. Будьте очень внимательны, вдох, поднимайтесь чуть выше. И выдох, хорошо. И еще один раз, теперь самый глубокий вдох, поднимаемся чуть выше, кобра. Или поднимаем бедра вверх, собака мордой вверх. Хорошо, и выдох, собака мордой вниз. Очень приятно с утра. Переминайтесь с ноги на ногу, вытягивайте задние поверхности ног, опустите голову вниз. Хорошо, сегодня вы можете с закрытыми глазами почувствуйте тело. Почувствуйте ладони на коврике. Молодцы. Согните оба колена, потяните спину чуть больше. Таз уходит назад и вверх. Приятно, хорошо. Вдох, смотрим вперед, подшагиваем вперед. Поставьте ноги вместе, стопы вместе и наклонитесь вниз, подтягивая живот. Возможно, пока ноги согнуты. Вдох, поднимаемся вверх, вытягиваемся вверх за руками, смотрим наверх. И выдох, снова опускайтесь вниз. Хорошо. Вдох, возможно, поднимите руки чуть выше, чтобы вытянуть спину. А на выдохе опускайте ладони вновь на коврик и планка. Давайте немного останемся в планке, покачайтесь вперед-назад. Почувствуйте запястье, можно вправо-влево. Хорошо. Отлично, очень медленно опускайтесь вниз, возможно, опускаясь на колени, отжимаемся очень медленно. Вдох, поднимаемся вверх, возможно, поднимайте колени вверх. Чувствуйте, собака мордой вверх, грудь вверх, плечи назад. Выдыхайте, таз наверх. Хорошо, собака мордой вниз. Возможно, ваши пятки уже касаются коврика, но если даже нет, ничего страшного. Просто потянитесь, получите удовольствие от этого положения. Это первое перевернутое положение. Собака мордой вниз. Адха Мукха Шванасана. Можно даже выдыхать через рот. Вдох. Выдох. Молодцы. Еще вдох. И выдох. Отлично. Сгибайте ноги в коленях. Возможно, прыжком подводите ноги. Вдох. Стопы вместе выпрямите ноги. Выдыхайте. Наклон вниз. Живот подтянутый. Вдох. Тянемся вверх за руками. А выдох. Руки в намасте опустите. Немножко остановитесь. Пронаблюдайте за ощущениями. Давайте немного усложним. Сгибаем ноги в коленях. И вдох. Утхатасана. Выдыхаем, наклоняемся вниз, выпрямляем ноги. Смотрим вперед, вдох, а на выдохе, возможно, прыжок в чатурангу. Молодцы, вдох, грудь вверх. Уже пробудились. Выдох, таз наверх, хорошо. Правую ногу поднимите вверх. Хорошо, правой ногой сделайте несколько кругов, как будто рисуем носочком круг. В одну сторону, молодцы, и в другую. Хорошо, еще выше носочек потянули вверх. И шаг вперед. Опустите левое колено вниз. Положите руки на талию или на бедра. И раскройте грудь. Потянитесь чуть ниже вниз. Хорошо. Дышите еще три. Отлично. Четыре. Голову вверх можно поднять. И пять. Возможно, руками потянулись вверх со вдохом. А на выдохе опускаем ладонь левой руки на коврик. Скручиваемся в правую сторону. Смотрим вверх. Мягко скручиваемся, хорошо. Выдыхайте, опускайте ладони на коврик. Поставьте пальцы левой ноги на коврик и отшагните назад. Планка. Давайте немножко постоим в планке. Еще три. Хорошо, четыре. И пять. Отжимаемся вниз. Может быть, без колен уже вдох. Грудь расправили. Выдох, таз наверх. Поднимите левую ногу вверх. Носочком левой ноги рисуем круг, как будто циркулем, нога прямая. Оставляем правую ногу, тоже прямую на коврике. И в другую сторону. Хорошо. Молодцы. И вдох. Мах. Шаг длинный вперед. Опускаем правое колено на коврик, вытягиваем носочек правой ноги назад и руки на талию. Раскройте плечи, потянитесь ниже. Потяните пах, приятно. Хорошо. Поднимите руки вверх, попробуйте чуть глубже. Хорошо. Отлично, опускаем только правую ладонь на коврик и скрутитесь влево, посмотрите вверх. Мягкое скручивание, очень приятное.
Выдыхайте, ладошки на коврик и планка. Еще чуть-чуть в планке постоим. Проверьте, что немножко округленная спина в верхней части и грудь мы подаем вперед чуть-чуть. Хорошо, выдыхайте. Отжимаемся. Вдох. Расправляем плечи. Выдох, таз наверх. Если ваши пятки уже стоят на коврике, это хорошо. Поднимайте носочки вверх, чтобы еще больше потянуть заднюю поверхность ног. Грудью потянитесь к коленям, а животом к бедрам. Голову опустите вниз, молодцы. Чуть-чуть еще. Хорошо. Правую ногу поднимите еще раз вверх. Правой ногой шагните вперед. И теперь, не опуская колено левой ноги на коврик, поднимите руки вверх. Вариация позы воина номер один. Остаемся здесь. Три. Хорошо, улыбайтесь. Четыре. Вы начинаете новый день. И пять. Поставьте пятку на коврик, расправьте руки. Воин номер два. Таз раскрывайте. Дышите. Три. Молодцы. Четыре. И пять. Возможно, опустите ладонь на коврик. Вытянитесь. Теперь скручиваемся в левую сторону. Кто хочет усложнить, возможно, возьмите руки сзади в замок и расправьте плечо. Или останьтесь здесь. Хорошо, молодцы. Опускайте ладонь на коврик. Отшагните вновь назад планка и сразу отжимайтесь. Грудь вверх, вперед, вдох. Выдох, таз наверх. Молодцы. Мах. Левой ногой вверх. Шаг вперед. Теперь правое колено в воздухе. И мы поднимаем руки наверх. Плечи опустите вниз. Голову поднимите вверх и улыбнитесь. Ладони параллельны друг другу. Дышите. Это вариация позы воина. Пятка в воздухе. Чувствуем сильные ноги. Молодцы. Опускаем пятку на коврик. Раскрываем таз. Садимся глубже. Воин номер два. Дышим. Три. Хорошо. Четыре. И пять. Опускаем ладонь левой ноги на коврик. Руки на коврик. Расправляем плечо. Кто хочет, может собрать руки сзади в замок. Но ваша задача раскрывать плечо. Помните об этом. Хорошо. Ладони на коврик. Снова планка. И теперь мы чуть-чуть усложним нашу планку. Остаемся на правой руке. Стопы параллельно. Поднимаем вверх свою левую руку. Боковая планка. Укрепляем боковые мышцы. Хорошо. Меняем ладони. На другую сторону. Хорошо. Еще чуть-чуть. Отлично. Центр. И опускаемся на локти. Маленькая планка. Стоим. Три. Хорошо. Четыре. Помните, что главное с улыбкой. И пять. Мы опускаем таз, лобковую кость на коврик. Остаемся в позе сфинкса. Толкаем грудь вверх и вперед. Как будто натягиваете коврик на себя. Ноги на полу. Дышите. Вытягивайте голову вверх. Хорошо. Если хотите немножко усложнить, оставьте ладони там же, но поднимите локти. Плечи вниз, голову вверх. Если у вас все хорошо со спиной, возможно, подойдите ладонями чуть ближе. Кобра. Старайтесь, чтобы лобковая кость не отрывалась от коврика. Плечи круговым движением уводите вниз. Голову вверх, грудь расправляете. Молодцы. Боли в пояснице нет, а если есть, опускайтесь ниже. Всегда помните про вариации. Хорошо, голову поворачиваем в правую сторону. Стараемся увидеть пятку левой ноги, плечи ровные. Хорошо, вдох в центр и выдох в другую сторону. Хорошо, молодцы, вдох в центре. И выдыхаем, опускаемся вниз. Давайте немножко полежим. Ладонь на ладонь, лоб или щека на ладони. Расслабьтесь. Глубокое дыхание, вдох, выдох можно, ха, через рот, вдох. Отлично поработали, еще вдох. Хорошо, потихоньку поднимаемся и садимся. Хорошо, сядьте, пожалуйста, со скрещенными ногами, вытянитесь двумя руками вверх, вдох. И выдох, мягко скрутитесь вправо. Хорошо. Вдох вверх. Выдох, мягко скрутитесь влево. Отлично. Вдох в центр и ноги вперед.
Раскрутите немножко голеностоп в одну сторону и в другую. Потянулись руками вверх, вдох, носочки на себя. И выдыхая, возьмите себя за стопы сверху. Можно по бокам. Если не дотягиваетесь, возьмите себя просто, руки положите на лодыжки. Потянитесь грудью вперед, пока не опускаетесь. Вытягивайтесь, еще натягивайте носочки на себя. И опускаетесь очень медленно вниз. Хорошо. Вы даже можете округлить спину, опустить лоб на колени или на ладони. Снова выдыхайте со звуком ха. Еще вдох. И вдох. Молодцы, отлично, вдох, потихоньку поднимаемся, сгибаем ноги в коленях, вытягиваем носочки вперед. Возможно, останьтесь с согнутыми ногами. Сделаем навасану, хорошо. Плечи вниз, не держите руками ноги, вытяните руки вперед. Дышим, три, хорошо, четыре, вы всегда можете выпрямить ноги. И пять, округляем спину, опускаем поясницу на коврик, ноги опускаем ниже, дышим. Один, два, хорошо, три, отлично, четыре, молодцы. И пять, опускаем плечи вниз, а ноги убираем назад за голову, халасана. Можно руки в замок взять. Если у вас шея болит или вы чувствуете напряжение шеи, возможно, выйдите в свечку. Или поиграйте с этими положениями. Возможно, возьмите стопы вместе, колени в стороны. Или попеременно опускаете ноги. Угу. Включайте свою фантазию. То, что вам хочется делать сегодня. Поделайте скручивание. Хорошо. Все, что хорошо для вас, хорошо для практики. Окей, сгибайте ноги в коленях и очень медленно, плавно опускайте таз. Опустите пятки рядом с вашим тазом. И мы сделаем несколько динамических поднятий таза вверх. Хорошо? Если можно, немножко локти соберите ближе друг к другу, руки соберите в замок и со вдохом поднимайте лобковую кость вверх, на выдохе опускайте. Вдох, вверх поднимаете таз, выдох, опустите. Хорошо. И еще один раз. Вдох, подняли вверх. Возможно, подшагните чуть ближе. И поднимите лобковую кость выше. Возможно, встаньте на носочки. Остаемся здесь. Представьте, что вы между коленей и бедер сжимаете невидимый кирпич или мячик. Хорошо. Возможно, сожмите область промежности, гениталии. Ягодицы не напрягайте. Хорошо. Окей, выдыхайте, медленно опускайтесь вниз. Хорошо, если хотите, вы можете сделать мостик. Он очень хорошо пробуждает, но если пока вы не готовы, вы можете остаться, лежать, вы можете подтянуть колени к себе. Хорошо. Покатайтесь вправо, влево. И вытяните руки по сторонам, скрутите ноги в правую сторону. Очень медленное, мягкое скручивание. Ноги вправо, взгляд влево. Хорошо, вдох в центр и поменяли стороны. Ноги влево, взгляд вправо. Хорошо, вдох еще раз. Подтянули колени к себе, к груди, обняли себя. И выдыхая, опустите ноги вниз. Хорошо. Встряхните ногами, встряхните руками и бросьте руки, расслабьтесь. Приподнимите немножко грудь и положите вниз. Хорошо, проверьте, что все тело расслаблено. Выдыхаете со звуком ха, словно отпуская все напряжение. Вдох. Выдох. Еще вдох, выдох, и вдох, выдох. Молодцы, хорошо. Немножко позвольте себе расслабиться.
Буквально минутку. Главное, не засните. Хорошо, и медленно переворачивайтесь на бок. Полежите на боку, как будто вы еще только-только пробуждаетесь, потихоньку поднимаетесь вверх, помогая себе рукой. Ваши глаза пока могут еще оставаться закрытыми. Потянитесь двумя руками вверх еще раз. Приятно потянитесь, хорошо. И на выдохе соберите ладони в знаке намасте у груди. Закройте свои глаза. Поблагодарите свое тело за практику. Поблагодарите этот день, который начался. Пусть он будет наполнен яркими красками. Пусть он будет наполнен энергией. Наполняйте себя только положительными вибрациями. Оставайтесь в этой связи с самими собой, со своим внутренним «я». И пожелайте себе то, что вы хотите пожелать. А я вам желаю прекрасного, хорошего дня. Сделайте спокойный вдох. И выдыхайте. Намасте. Я желаю вам прекрасного дня. Я надеюсь, вы пробудились так же, как и я, почувствовали силу, энергию внутри своего тела. А сейчас вперед! Покорять этот мир и новый день. Занимайтесь йогой, занимайтесь регулярно, и я вас жду на своих занятиях. Пока-пока!